Ой, какая красивая вода, какое красивое Красное море. Сколько здесь рыбок мелких? Друзья, всем привет-привет вам из Египта, из солнечного-солнечного Шарм-эль-Шейха. С вами, как всегда, Ксюша. Напоминаю, что проживаю я в компаунде Jasmine Resort Aquapark. Проживание за 31 ночь обошлось мне в $330. Как вы видите, погода сегодня, в принципе, как и вчера, и каждый день сейчас просто сказочная. Солнышко светит вовсю, вам солнечного-солнечного утречка в ленту. Еще жильцы компаунда отдыхающие спят, в бассейне тишина, детского смеха не слышно. Ну, скоро компаунд будет просыпаться, я уже давно не сплю, заварила себе кофеек, очень вкусный кофеек. И сейчас я буду завтракать, покажу вам свой завтрак. Так, вот мой круглый стол, кофеек, который я уже практически выпила. Также йогурт Активия, без добавок, без ничего, ну и хлопья. Не хочу больше ничего пока что кушать. У меня есть в холодильнике курочка. Я вчера в микроволновке запекала очень вкусную, аппетитную курочку. В магазине купила специи карри. В общем, все, что нужно, чтобы придать пикантного вкуса курочке. Но курочку я с утра не хочу. Сегодня мы с вами пойдем в одно интересное место. Посмотрим, что же происходит сейчас на курортах Египта, непосредственно Шарм-эль-Шейха. Посмотрим, конечно же, цены сейчас. В общем, посмотрим обстановку, которая сейчас происходит на курортах. Ну что, друзья, мне приятного аппетита. Поехали. Я быстренько добежала до Намавей. Посмотрим, ребята, с вами еще один пляж в этой безветренной бухте. Посмотрим, какая там обстановка, какие там цены. В общем, все, что интересно нам, туристам. Кто любит KFC? Я, по правде сказать, KFC не очень люблю. Но вижу в компаунде очень много любителей этого фастфуда. Потому что очень много курьеров приезжает, привозит в компаунд жильцам, отдыхающим, KFC. Hard Rock кафе проходим. О, какая крутецкая громадная гитара. Хозяин барин. Вам обстановка с утра на Мабей. Все еще спят. Вот мы уже практически и пришли. Марина Шарм Хотел. Марина Шарм. Друзья, кто отдыхал в этих отелях, рассказывайте, признавайтесь, как вам отели. Что понравилось, что не понравилось, делитесь в комментариях. Такой староват отель, конечно, на мою точку зрения. Это моя точка зрения. Возможно, отель и хороший, поэтому прошу, делитесь. Так, мы уже пришли, можно сказать. Я помню, мы когда отдыхали в отеле Джаз Сулеймар, нас привозили именно на этот пляж, на Мабей. Так, это здесь никого нету, что делать? Так, друзья, сейчас вам все расскажу. Разберусь сама, как здесь сейчас. Ну, здесь, конечно, очень красиво. Сейчас сделали ремонт. Посмотрите, дорожки зеленые. Очень красиво, действительно. Тень, телевизоры. Ну, круто, круто. Кафешечка. Обязательно с вами узнаем по ценам. Так, сейчас я буду покупать билетик. Итак, друзья, я уже оплатила, значит, 100 египетских фунтов. Я оплатила картой. Здесь играет музыка, поэтому я буду разговаривать громче. Меня ведут
провожаю, точнее, к лежачкам. Солнце-ноу. Да, ищем место под солнцем, и попутно я вам показываю обстановку. Пока стихла музыка, в промежутке постараюсь быстро рассказать. В общем, друзья, смотрите, нашла я себе такое вот место. Здесь места на данный момент есть, несмотря на то, что сейчас уже 10 часов утра. Вот, здесь, в принципе, мне все равно какая береговая. Друзья, значит, заплатила я 100 египетских фунтов, это 3 доллара. Заплатила, рассчиталась я картой, была с собой наличка, но у них есть безнал. Вот, так что не волнуйтесь, если у вас есть, нету, точнее, налички, безнал здесь также работает. Касательно цены на пиво, покушать, я это вам все обязательно покажу. Ну и давайте я вам чуть-чуть покажу обстановки в ленту. Меня, конечно, смущает здесь лицензионная музыка. Ну, давно-давно я была на этом пляже, конечно. Мне очень нравится. Очень красиво сделали вход. Молодцы. 100 египетских фунтов, напоминаю, цена вам, друзья. Ну и египетской обстановки в ленту. А, друзья, по пляжу ходит у нас бармен, да? Вы бармен? Да. Расскажите нам, пожалуйста, чуть-чуть о ценах сейчас. Да. Я что-то себе сейчас вкусного тоже буду, друзья, заказывать. Так, что больше всего у вас берут туристы, отдыхающие, покупают? Вы не ожидали, да, что я камеру включу? Так, значит, пиво, да, у нас? Да. Почем пиво? Это пиво, коктейль. Коктейльчики почем? Расскажите, пожалуйста, какие вкусные коктейли у вас есть? Да. Какие вкусные коктейли? Вкусные? Ням-ням. Ням-ням? Да. Sweet cocktail, Mai Tai. Майтай, да? Да. 300 фунтов. Да. Так, это у нас что? Водка, томатный сок и лимон джуз, да? Есть у нас дешевле, да? Да. Есть у нас, значит, что? Секс in Калимера Бич. Секс in the Калимера Бич. Да, 230. Водка, апельси, карамель. Карамель 230, да. Значит, пиноколада 230, ребят, здесь коктейли, да, все по 230. Здесь я вижу и 200, аперитив 200, imported, да. Да, кампари 250, водка 350, 450, текила 400, ром Бакарди 350, капитан Морган 300. В общем, и пиво у нас. Какую цену? Давайте еще раз вернемся. Пиво. Пир. А, значит, у нас Хенекен 150, Стелла 150. А, в общем, и Сакара Голд 150. Давайте, наверное, Стеллу. Стеллу. Один. Да, одну Стеллу. Один. Спасибо вам большое. Да. А кушать здесь ит. Ит? Да. Хорошо. Что? Это меню. А, меню, да, yes. И пиво. Хорошо. Стелла. Стелла. Да. Так. Мне принесли пиво. Да. И также, друзья, принесли меню. Сейчас мы с вами посмотрим меню. Угу. Спасибо большое. Пожалуйста, пиво большое. Холодненькое. Да. Так, давайте посмотрим. Значит, салаты у нас. Цезарь 150. Салат. Греческий салат 120, гавайи 150, калимера 180, сиафуд даже есть 180, значит, пицца, вот, пицца у нас 160, 150, пицца сиафуд 200, 180 и по 160 есть также, пицца 4 сыра. Друзья, ставьте на стоп, кому интересно, паста 180, Альфреда, так, 120 вижу, Калимера, Калифорния 200, в общем, паста разная, от 120 до 200 египетских фунтов. Ну, покушать, в принципе, есть что, чикен, курочка 250, 300, так, сиафу, друзья, значит, от 250 до 500 египетских фунтов. Выбор меню хорошее. Ну и наггетсы 75, пицца китс 75, китс бургер 75, чикен паста 75,
И, ну, в общем, все по 7, по 75. Вот такое вот меню показала вам Калимера Бич ресторан. Итак, друзья, все, я переоделась и готова, так сказать, к заплыву. Готова к заплыву посмотреть. Ой, а что это происходит в море? Вы посмотрите, какое здесь движение, друзья. Конечно, да. Показываю вам обстановку, которая сейчас происходит в Шарм-эль-Шейхе. Так, здесь нужно быть аккуратным. И, конечно же, я в коралках. Так, показываю вам заход от начала и до конца. Посмотрите, что происходит в море. Здесь идет сейчас утренняя гимнастика, аэробика. О, какое теплое море. Море, конечно, вообще кайфовое. Там дальше идет глубина. Кто хочет посноркелить уже за буйками, вы, как вы видите, люди в масках снорклят. Кто не боится, пожалуйста, welcome. Вы посмотрите, сколько здесь мальков, маленькой рыбки, просто несчитанное количество возле берега. Я заходила с той стороны, а выходить буду вот здесь. Вы посмотрите, сколько здесь рыб. Друзья, напоминаю, что бухта Наамабей считается одной из лучших безветренных бухт Шарм-эль-Шейха. Я хорошенько покупалась, позагорала и решила чуть-чуть пройтись. Мы сейчас с вами еще посмотрим один заход. Вот мы и прошли, кстати, бар от отеля Лида. Вы посмотрите, какой здесь понтон. Покажу вам чуть-чуть виды. Какая красота. Вы посмотрите на эту красоту Красного моря. Да, Красное море, оно, конечно, очень красиво. Оно считается одним из красивейших морей мира. Вау! Вы посмотрите, какая площадка на пирсе. Вот такой вот пирс. Да, друзья, здесь можно заходить гостям не только отеля, всем, кто отдыхает в этой бухте, безветренной бухте Наамабей. Ну, очень красиво сделали, конечно, преобразили бухту Наамабей здесь. Очень-очень круто, красиво. Вы посмотрите. Ой, страшно. Табун рыбок мелких. Друзья, также, кто не хочет плавать в бухте, кажется, что там очень мелко, да? Вот она, типа, лагуны тоже такая, можно сказать, такая вот большая лагуна, одна большая лагуна. Не проблема, повторюсь, я также видела, очень многие отдыхающие с масками снорклят уже за буйками. Также буйки продолжаются, можно спуститься вот здесь с этого пирса и поплавать вот где буйки вдоль пирса. Ой, какая красивая вода, какое красивое Красное море. Удобные ступеньки, удобный заход. Сколько здесь рыбок мелких. Вы посмотрите на красоту Красного моря. Как я скучала за Красным морем. У меня мои коралки в песке. О, все, теперь замечательно. Так что здесь тоже есть спуски. Здравствуйте. Здесь тоже есть спуски. Посмотрите, какая красота. Красота! Так, я хочу кушать. У нас уже сейчас 12 часов, начало первого.
время обеда. Пока плавала, пиво мое нагрелось, но тем не менее, я его выпила. Но хочу кушать, не знаю, я видела, здесь в меню есть цезарь, а возможно, сейчас закажу себе салатик цезарь и пообедаю. Потому что планирую, кстати, провести я целый день на пляже. Позагорать, покупаться, понаслаждаться. Вы посмотрите. О, как они пахнут, эти цветы. Так, вы посмотрите, какие здесь удобные диванчики. Подушечки, диванчики, столики, салфетки. Футбол. Любители футбола, пожалуйста. Здесь я... Да, спасибо. Здесь я оплачивала, кстати, у ребят вход. Спасибо большое. Так, давайте присядем. На таких вот диванчиках. Очень все красиво. Так, и посмотрим меню. Еще раз, я здесь заприметила салат. Свой любимый цезарь. Так, салат, цезарь, салат 150, значит, египетских фунтов. Калимера 180. Не знаю, какой выбрать. Ну, попробую цезарь, в следующий раз попробуем эту калимеру. Так, в общем, буду заказывать себе цезарь и покажу, как он выглядит. Вот здесь вот, друзья, сразу возле кафе дайвинг-центр. Как вы видите, здесь уже туристы, которые поплавали. Значит, уже пришли, переодеваются. Некоторые есть, которые одеваются. Только собираются заниматься, плавать дайвингом. А что это у нас тут? Еще кафе даже есть. Да, здесь вот тоже кафешка. Можно посидеть. В общем, аренда ластов, костюмов. Очень, кстати, я много сегодня наблюдала отдыхающих, которые... Привет! Друзья из Египта! Очень много я наблюдала отдыхающих, которые либо шли на дайвинг, либо возвращались уже с дайвинга. Видите? Есть что посмотреть в бухте на Амабей. Здесь есть тоже очень красивый подводный мир. Давайте вам покажу свою сервировку стола, скажем так. Значит, мне принесли вилочку, ножик, салфеточка такая вот. Ну, ждем наш цезарь. Я проголодалась и хочу кушать. У меня, конечно, с собой я взяла утром яблоки, бананы. В сумке есть с собой вода, но, несмотря на это, мне хочется попробовать здесь кухню, ну и также показать вам, потому что иногда, возможно, помимо отелей, да, вы захотите побаловать себя, значит, кухней в кафе и попробовать что-то другое, не только все включено, не только отельную кухню. Вот, ну, я вам покажу такой самый лайт, дешевый вариант. Это салат «Цезарь», который стоит 150 фунтов. Можно, конечно, было заказать пиццу, но я пиццу люблю, но ограничиваю себя в этой еде, потому что у меня потом болит желудок. Вот, а салат «Цезарь», там листья салата, курочка, для меня это самое оно. В общем, ждем. Друзья, давайте вам покажу этот замечательный салат, от которого исходит просто невероятный аромат. Вы посмотрите, либо я очень голодна, либо же действительно очень-очень красиво оформили его. Вы посмотрите, сколько курицы, значит, курочка-гриль. Ой, у меня слюнки потекли, много сыра, курочка, ой, такая ароматная курица. Ну, правда. Ой, какая она вкусная. Также такие вот греночки. Ну, я считаю, что не то, что перекусить, да? Действительно, этим салатом можно очень хорошо накушаться и получить удовольствие, потому что он не только красивый,
Ну, он еще и вкусный. Все, мне приятного аппетита, и будем бежать с вами дальше. Так, друзья, давайте пройдемся, покажу вам обстановку, которая сейчас царит в Наамабэй, в бухте Наамабэй, в безветренной бухте. Так, друзья, я очень вкусно пообедала. Действительно, салат Цезарь здесь большая порция и очень вкусный. Вкусное мясо куриное. Вот я стою и смотрю на красоту, которую детки лепили с песочка. А давайте пройдемся пляжем. Я вам покажу чуть-чуть обстановку. Вот я отошла там, где отдыхаю я. Посмотрите, какие в бухте Наамабэй прекрасные заходы. Ой, море очень теплое, море сказочное. Бухта Наамабэй — это очень вообще идеальный вариант, значит, для отдыха в Египте. Именно вот декабрь, январь и февраль — это самая теплая бухта, безветренная. Здесь всегда самое теплое море в этой бухте в зимние месяцы, скажем так. Сейчас у нас без 23, много отдыхающих еще по отелям, кто после обеда пошел в номер спать. Также я обратила внимание на то, что уже приходят люди после обеда. Многие, так же, как и я, обедали в ресторанчике. Здесь их несколько, так что понтон такой. То, видимо, отсюда отправляются на экскурсии. Вижу банан от отелей. Скорее всего, это здесь отели у нас такие, Джоли Вилли. В общем, здесь очень много отелей в этой бухте Наамабэй, достаточно известных. На, друзья, подсказывайте, кто здесь отдыхал, делитесь вашим мнением, комментариями. Вот одни полотенчики пооставались. Люди все обедают. Ой, ну конечно, прекрасная бухта, и здесь море прям такое теплое. Ой, как приятно пройтись вдоль берега. Я не была пока что еще в других бухтах, помимо вот, значит, бухты Наамабэй. Я обязательно вам буду показывать обстановку. Я очень хочу поехать в кафе Фарша туда. Также посмотрим обстановку там, посмотрим, сколько людей. В бухте Наамабэй я не скажу, что людей мало. Отдыхающих очень много. Тем более, что я отдыхаю не в отеле, я отдыхаю в компаунде. Вот, и как бы, когда я пришла утром, было отдыхающих много. Потом уже ближе к часу дня, конечно же, бухта опустела, потому что люди разошлись по своим отелям кушать. Ну, как вы видите, в принципе, полотенец очень... Привет! Полотенец очень много на лежаках, соответственно, и отдыхающих тоже. Я показываю, вот, смотрите, я не знаю, что это, правда, за пляж, какого отеля, но вот очень много дайвинг. Я смотрю, я обратила внимание вот именно сегодня, что действительно очень много людей, которые пользуются этим видом спорта. Вот, показываю вам обстановку сейчас, которая царит на курорте Шарм-эль-Шейха, непосредственно в бухте Наамабэй. Шлепанцы чьи-то, Как бы эти шлепанцы споймать? Люди останутся без шлепанцев. Уже рыбки напали на шлепанцы, вы посмотрите. Вы хотите без шлепанцев остаться, да? Так, в общем, я спасла шлепанцы человека. Молодец, айда я, айда молодец. Так, друзья, ну, показываю вам обстановочку. Обстановочка по кайфу, что тут сказать? Солнышко светит, море теплое. В Шарм-эль-Шейхе все тихо, спокойно, море теплое.
Температура 35. Кайф? Вы посмотрите, вот как людно. Ну, зависит еще от отеля. Вот. Где-то людей меньше, где-то людей больше. Видела я на курортах Шарм-эль-Шейха, скажем так, и побольше отдыхающих. Но, тем не менее, при этом курорты Шарм-эль-Шейха полны отдыхающих. Смотрите. Музычка, красота. Египетская музыка. Вы какой классный пляж. Друзья, кто узнает этот пляж? Здесь так красиво, очень много пальм, действительно. И на пальме я вижу такое, кстати, первый раз. Смотрите, как прикольно. На пальму одели, значит, зонт соломенный. Ну, конечно, круто, круто. Что это за пляж? Какого отеля? Друзья, помогите. Помогите, расскажите, как называется отель. Кто здесь отдыхал, что понравилось, что не понравилось. Друзья, на этом буду самолет! Good! Друзья, на этом буду заканчивать сегодняшнее видео. Обязательно комментируйте, что вам понравилось, что не понравилось. Как вам обстановка на египетских курортах? Делитесь также и вашим мнением. Напоминаю, у нас есть новый канал Ксюша Александр. Обязательно подписываемся и туда. Ставьте ваши лайки, дизлайки. Вам всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока!